Thank you. А обычно у меня уже, наверное, 4 мировых рекорда было за все время. И то есть это было прикольно, первый раз выбежать из 1:06, но я знал, что это уже возможно давно. Ну, все показывает время, потому что, ну, это все видно по времени, кто как работает. Кто-то там шагает, и ничего не получается. У меня длинные, быстрые, длинные шаги, которые очень хорошо прикладывают. Ну, на сегодняшний день, возможно, да, но завтра, послезавтра все может измениться.